В Славянском районе прошли ставшие уже традиционными спортивные семейные игры «Стартуем вместе». Проходили они в зачет спартакиады физкультурно-спортивных клубов по месту жительства. За победу приехали побороться 16 семей со всего района. Какая же семья оказалась самой спортивной, смотрите в нашем следующем репортаже. Здоровый образ жизни и занятия физкультурой в нашем районе пользуются большой популярностью. И очень радует, что любовь к спорту у многих начинается с семьи. Именно такие спортивные и активные семьи района и приняли участие в ежегодном спортивном празднике «Стартуем вместе». Подобные соревнования для нашей семьи очень важны, потому что поддержание здорового образа жизни, коммуникация с другими семьями. Результаты хорошие. Вот. Многое, что получилось, над некоторыми позициями нужно чуть-чуть поработать. Ну, я думаю, это задел для будущих соревнований, для новых побед. Соревнования проходили в течение всего дня. Участники соревновались в нескольких дисциплинах. Завершающей стала легкоатлетическая эстафета, в которой участвовали все члены семьи. Для многих это была последняя возможность вырваться вперед и занять призовое место. Поэтому все выкладывались на 100%. Безусловно, призовые места завоевали не все команды, но прекрасное настроение и заряд бодрости был у всех. Мы представляем Маевское поселение. Вот. Приехали мы участвовать. Папа, мама и наш сын Александр. В целом мы уже не первый раз участвуем в таком мероприятии, поэтому было время к нему подготовиться, подготовить и младшего нашего начинающего участника этих спортивных игр, маму. То есть мы бегали, мы играли дома в шашки, мы играли в теннис, мы кидали дартс. Поэтому в целом мы довольны нашим выступлением. И у нас сегодня группа поддержки, участник, который раньше с нами выступал на соревнованиях, и наша дочка, которая будет лет через 7 выступать с нами на соревнованиях. На самом деле это боевой дух, это энергетика, это кайф, это позитив. Это на самом деле просто заряд, мощный заряд энергии. Встретиться с такими же ребятами, с такими же спортсменами нашего города, района, поселений. И в целом хорошо провести выходные. После проведения всех испытаний были подведены итоги спортивного семейного праздника. В семье, где ребенок, мальчик, победу одержала семья Завгородних. И победителями становится семья Завгородних Маевского сельского поселения. Также на верхнюю ступеньку пьедестала почета поднялась семья Тимовских из Коржевского сельского поселения. Они выступали с дочерью. В общекомандном зачете победу одержал физкультурно-спортивный клуб Маевского сельского поселения. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».